добро пожаловать на мой канал, Санька Обниманька. Поддержите мой канал лайками, потому что я этот ролик записываю уже около 20 раз. И кто хочет, чтобы мои ролики выходили и дальше, ставьте колокольчик, подписывайтесь на него, пишите добрые комментарии, а видео я постараюсь выпускать как можно чаще. Сегодня я хочу вам рассказать об одном небезызвестном бренде Xiaomi. Это не спонсированное видео, что можно заметить по количеству моих подписчиков, но я буду очень стараться. И это будут кроссовочки. Это неотъемлемый атрибут нашей повседневной жизни, очень комфортная обувь, и, прямо скажем, каждый день я их ношу. Мы очень любим прогулки с мужем и ежедневно ходим по 5-10 километров, что позволяет оценить их качество на прочность, так скажем. Их я ждала около полтора месяца. Очень приятно, что продавец прислал в такой воздушной упаковке, что не повредило их во время пересылки. И хочу сказать, по качеству они не уступают New Balance и Nike, которые у меня были до этого. По ценовой политике они занимают до 40 долларов. Я считаю, очень достойный вариант. На то, что они светлые такие, и белые имеют шнурки белого цвета, они довольно не маркие. Все легко моется, вытирается губкой с мыльным раствором. На это я не жалуюсь. Внутри они также очень комфортные, не жаркие, не холодные, подойдут на межсезонье весна-осень. На размер стопы 25 сантиметров я взяла на свой 39 и 25 сантиметров я взяла по размерной таблице, что не жалею, потому что подошли они хорошо по размеру, даже чуть-чуть больше мерят. Также хочу вам показать такую же модель кроссовок, которую мы заказали для мужа на размер стопы 41-42 и длина 26,5 сантиметров. Ему также отлично подошли, легкие и прочные. В тесте они у него, так скажем, уже 2-3 месяца, и он очень доволен качеством этих кроссовок. Ему повезло, они пришли раньше, примерно за месяц. И он их проносил всю весну. Также тут имеется сеточка, замш и подошва также полиуретан. Цена у них составляет до 40 долларов, поэтому он тоже может их уверенно рекомендовать, кто ищет подобную обувь в таком ценовом сегменте. Все швы ровные, поэтому цвет яркий. Всем пока! Оставайтесь с нами!